Мне очень понравилась статья в последнем «Аристократе» о современных мужчинах. Да, мама, это было хорошее исследование. Я всегда покупаю два экземпляра для себя и для Анны Андреевны. Ну, ты ее знаешь, живет этажом ниже, помнишь? У нас такая дискуссия вышла по этому поводу. Валерия Павловна, вам кусочек. Да, спасибо большое. Олег сказал, что вы любите, я очень старалась. Да, благодарю вас. Я говорю, Анна Андреевна, в том, что современные мужчины перестали быть джентльменами, виноваты только женщины. Они предъявляют к ним слишком заниженные требования. Извините, речь идет о самых простых вещах. Чаю. Я благодарю вас. Спасибо большое. Самые элементарные вещи. Помочь принести сумку. Подать руку вовремя. Понимаешь? И вот я захожу в автобус. Входит бабушка с внуком лет 8, большой уже. А она тащит его к свободному месту и сама же тащит его рюкзак. Ну, куда это годится? Да. Представляю, если бы у нас был мальчик. О. Вы бы держали его в ежовых рукавицах. Дорогая моя, вы напрасно иронизируете. Вот Олегу было 4 года. Да. Заходим в трамвай. Встает женщина, говорит, прошу вас, пожалуйста, вы с ребенком садитесь. Я говорю, благодарю вас, не надо. Я мужчину ращу. Он стоит. Он поэтому из него толк и вышел. Да. Но с Лерой-то все намного сложнее. Да, Лера у нас вся в Машу пошла. Если чего-то не хочет, никогда не сделает. Капризничает. Дорогие мои, проблемы родителей в неумении найти подход к своим детям. А я не жалуюсь. Я стараюсь потихоньку, и все. Извините, пожалуйста. Кладу в кровать, сразу просыпается. Олег, в доме есть грелка? Мам, зачем тебе грелка, тепло? Не отвечай вопросом на вопрос, сынок. Принеси. Дети часто просыпаются, когда их укладывают в кроватку, потому что чувствуют разницу температур. Постель холодная. Мамуль, какая ты у меня умница. Маш, нам с тобой еще учиться и учиться. Не лапай, не платила. Да иду я. Проходим. Извините, пожалуйста. Ну? А долго мне еще здесь сидеть? Могу я хотя бы позвонить? Это не я решаю. Это следователь. А ну давай. А? Двигай отсюда. Вали отсюда. Вот им тут санаторий, а? Пожрать, поспать. Сами где-нибудь что-нибудь упрут. И на отдых. Ой. Садись. Эй! А ты тут за что? Я ни за что. А мы за что? А мы тоже ни за что. Да. Мы, прикинь, на немца на одного козла в гостинице, блин, напоролись. Ну, я у него взяла часы посмотреть. Ну, чисто заценить. А он сразу орать начал, воры. Ну и все, ментура. Ну а ты? За какое такое ни за что? М? Я вправду ни за что. Я так, по недоразумению. По недоразумению. Так, слышь, сейчас на тебя все недоразумения района и повесят. Что? Как? А вот так. Молись, чтобы особо тяжких не было. Выпустите меня! Вы не
имеете право здесь больше суток! Отпустите меня! Ты дура, что ли? Ты сбрендила, что ли, совсем? Ты что, неприятностей хочешь? И себе, и нам? Нет. Ну и все. Дай сюда. А можно мне тоже сигарету? На. Спасибо. Что это? Ну-ка, быстро потушила. У кого сигареты? Шмонать буду, мало не покажется. Быстро! Все! Простите, я не хотела. Что, наоралась, курица? Простите, я не знала, я... Чтоб все блестело. Ну, давай. Отрабатывай. Спи, спи. Рано еще. Спит, как ангел. Доброе утро. Доброе утро. Отдыхай. Да нет. Надо вставать. У меня дел полно. Мама взяла все заботы по дому на себя. Да? Угу. Ну, давай тогда мне книжечку. Держи. А то я уже забыла, когда я вот так в последний раз в кровати валялась. Ну тогда, хорошего тебе дня. Спасибо. И тебе. Пока. Доброе утро. Доброе утро. Ксюша, оставь, я пойду. Доброе утро. Ты чего? Убирайте, Ксения, убирайте. Валерия Павловна, а что происходит? Дорогая моя, с сегодняшнего дня так. Завтракать мы будем в одно и то же время. И вы, и Лерочка, должны привыкать к режиму. Ну, а кто не успел, извините. И давайте не будем спорить. Валерия Павловна, вы меня извините, конечно. Вообще, я готова принять все ваши нововведения. Но давайте, давайте с завтрашнего дня, а? Я так устаю с Лерочкой, я просто не могу быть голодной. Ну, конечно, лучше нахвататься хлеба и колбасы. Да, нормальная колбаса, Олег ее все время покупает. А я не замечала раньше, что Олег предпочитает бутерброды. Да вы что? Я же готовлю. И Ксения. Мы и каши едим, и сырники. Просто сегодня... Да у вас все просто. Вы не замечали, что каждое предложение у вас начинается просто... Да нет, я просто... Да ладно, я так, легкое филологическое наблюдение. Дорогая моя, я не хочу ссориться ни с кем. Вы знаете, что я хочу, чтобы было всем лучше. Поэтому предлагаю составить рацион. Вы знаете, что у Олега в 7 классе был гастрит? Нет, не знала. Ну, давайте. Давайте составим. Я рада, что мы услышали друг друга. Тогда я в обед составлю список, а потом мы с вами поговорим. А я уже составила списочек. Вы посмотрите, можете что-то добавить. Хорошо. Да, и, возможно, я лезу не в свое дело, но спускаться к завтраку в халате уважающая себя женщина не должна. Хорошо. Я учту. Ну, и замечательно.
Алло? Ты доехал до офиса? А у нас все отлично. Я очень рад, что вы нашли с мамой общий язык. Я очень боялся, что тебе будет сложно. Да. Да, да. Я тоже тебя целую. Что это? Ну, посмотри сам. Ничего себе. Последние данные. Рейтинг упал на 10 позиций вниз, продажи на 5. Я-то думаю, что они меня все пообщаться зовут. Когда? Сегодня лечу в Брюгге. Ну что ж, передавай привет мистеру Стоуну. Черт, жалко, у нас нет какого-нибудь убойного материала в юбилейный номер. Было бы чем прикрыться. Ну ладно, если что, свисти. Я у себя. Ну вот, все у нас хорошо. Погуляли. Теперь спать пойдем. Устала моя девочка. Валерия Павловна, а я думала, вы с Антоном за продуктами поехали. Я собиралась, но зашла сюда и поняла, что все. Эти все проблемы надо решать немедленно, пока вы не испортили психику ребенку. Извините, а что здесь не так? А я спрашиваю, что здесь так? Косметический ремонт совершенно необходим. Да здесь все новое. И потом мы с Олегом так долго выбирали. Дорогая старались. Моя, я понимаю, что вы старались, но эти обои – это верный предвестник детского невроза. Не знаю. По-моему, нормальные обои. Мне нравятся. Маша, давайте не будем спорить. Я не спорю. Я просто пытаюсь вас понять. Долго объяснять. Доверьтесь моему опыту. А я хочу оставить все как есть. Чем быстрее мы сделаем здесь ремонт, тем будет лучше. И Лерочке давно пора спать отдельно от родителей. Правда моя золотая. А давайте дождемся прихода Олега. И еще раз все обсудим. Хорошо? Иди ко мне, моя девочка. Иди, моя хорошая. Вот так. Архипова, на выход. Иди, иди. Зачем? Двигай, быстро. Руки за спину. Так, Архипова Марина Владимировна. Скажите, с господином Изотовым давно знакомы? Нет, я вообще не понимаю, о ком вы. Да послушайте, консьерж показал, что видел вас 18 числа около 23:00 вместе. Вы прошли в вашу квартиру, а вышел Изотов уже 19 утром, около 9. Так вы про Романа? Я просто не знаю его фамилию. Значит, незнакомого мужика ночью тащим к себе домой, да? А вы знаете, как это называется? Что вы себе позволяете? Послушайте, я всю ночь гонялся за этим вашим дружком по всему городу, а вы мне тут сказки рассказываете. Я вообще не понимаю, что я вам должна рассказывать. Хорошо, тогда начнем сначала по порядку. Как давно знакомы с господином Изотовым? Где и при каких обстоятельствах познакомились? Как и в чем помогали? Вообще, я Романа всего 3 дня знаю. Я не понимаю, о какой помощи идет речь. Послушайте, ну вы же красивая, интересная женщина. Ну неужели вам хочется в тюрьму? Как в тюрьму? За что? За пособничество в мошенничестве до 3 лет. Согласно 159 статье Уголовного кодекса. Это какая-то ошибка. Да нет, никакой ошибки здесь нет. Установлено, что господин Изотов совершил более 10 преступлений, и все жертвы состоятельные женщины. Некоторые из них, как выяснилось, знают вас. Изотов ночует у вас в доме, дарит вам краденые вещи, звонит с вашего телефона. Ну, подумайте сами, какие выводы, по-вашему, я должен сделать?
Я не знаю. Не знаете. Что ж, тогда посидите еще и подумайте. Нет, пожалуйста, только не обратно, я очень прошу. Уведите задержанную, у меня все. Пожалуйста, дайте хотя бы позвонить. А вам что, еще не давали? Нет. Номер наизусть помните? Да, я маме. Ну, если маме. Аппарат абонента подключен. Вы находитесь вне зоны действия сети. The subscriber spell is... Недоступен. До встречи. Проходим, не останавливайся. Мариш! Мама! Маринка, я так волновалась. Мамулечка! Боже мой, я не звонила, не могла до тебя дозвониться. Поехала к тебе, там этот Степаныч, ну, консьерж, он мне сказал, что ты тут, что тебя... Маринка, Марин, за что? Маринка, за что? За что они тебя? Мамочка, я сама не понимаю, правда? Ты только представь себе, они взяли меня и задержали при всех, наручники. Ты это ерунда, Маринка, ерунда. Мамуль, ты не понимаешь, меня теперь с чем смешают? Меня в этом баре знали все. Они теперь все это расскажут по Москве. Не волнуйся. Ты не волнуйся. Главное сейчас понять, за что, почему. Кто твой следователь? Я не помню. То ли Ухов, то ли Усов. Он говорит, что в тюрьму. Держись, не волнуйся. У меня у подруги очень хороший адвокат. Мам, я тебя вытащу. Марин, я тебя вытащу. Пошли. Мариш, я тебя вытащу, Марин. Добрый вечер. Девушка, можно машину заказать на сегодня на 9:45? Поселок Озерный, дом 15. Когда подъедет, пусть перезвонит, скажет номер машины, поселок охраняемый. Спасибо. Ты куда-то уезжаешь? Ты случайно не видел мой паспорт, а? Олег, может, объяснишь? Так, вот он. А, да, извини. Я в брюки лечу. Машенька, ты не могла бы мне приготовить свежую рубашку и галстук в тон? Но ты хотя бы ужинать будешь? Буду. Голоден, как волк. Чем будешь кормить? Не знаю. Там сегодня твоя мама весь день распоряжалась. Mm. Ну, как вы с ней нашли общий язык? Она хочет переделать детку. Почему? Я не знаю. Олег, ну мы так старались. Там же все. Ну хорошо, хорошо. Я поговорю с мамой. Обещаю. Спасибо. Сейчас иди. Накрывай на стол, я скоро приду. Хорошо? Угу. Мамуль, как твой день? Понемногу осваиваюсь. Как ты себя чувствуешь? Сынок, мне кажется, ты со мной хотел о чем-то поговорить. Да, я хотел с тобой поговорить до отъезда. О чем? О детской комнате? О ней. Ну, я знаю, Маша категорически против. Да я просто не понимаю. А я объясню. Вот послушайте, это я вас понимаю. Вы хотели сделать что-то особенное. Ну, например, цвет обоев, цвет штор. Но надо исходить из психологии цвета. Вот вы знаете, например, что синий цвет, он помогает организованности человека. Благодарю. Пожалуйста. Зеленый успокаивает, а оранжевый раздражает и даже повышает артериальное давление. Я уж не говорю о том, что при зонировании комнаты вы не учитывали характер ребенка. Я поняла, Лерочка любит играть одна. Строить из кубиков, складывать пирамидки, правильно?
бывает. И что? Ну, значит, она у нас, видимо, интроверт. А таким людям с малых лет необходимо ощущать свое жизненное пространство, так сказать, свой уголок. Да у нее целая комната, ее уголок. Вот это рассуждение абсолютного дилетанта. Комнату нужно четко разграничить на зоны. Зона сна, зона игр. И вы увидите, как Лерочка спокойнее будет спать. Ну, в принципе, ты говоришь интересные вещи. Я понимаю, с какой любовью все это организовывали, мои дорогие, но никто не застрахован от ошибок. Сын, я тебе скажу так. Если ты мне скажешь «нет», сынок, я ничего не буду делать. Ну, почему нет? В общем, в твоих словах есть логика, и я не против. Дорогой мой, ну, я рада, что ты не сердишься и что ты меня понимаешь. Кстати, как вам мясо на пару? Замечательно, вкусно. Единственное, там, по-моему, соли не хватает. Так подожди, там вообще нет соли. Это надо есть клюквенным соусом. Тогда никакой соли не нужно. Наверное, Ксения просто забыла принести. А, ну так я сейчас скажу, принесу. Олег. Что? Ну, мы же с тобой договаривались. Мы договаривались, что я поговорю с мамой. Я поговорю. Мама говорит правильные вещи. Если так будет лучше для ребенка, нужно попробовать. И вообще, я очень тебя прошу, ты можешь постараться решать вопросы с мамой напрямую. Без меня. В конце концов, мама нам только добра желает. А у меня и так проблем достаточно. Ну вот. Пробуйте. Так. Сынок. Ну как? Очень вкусно. Да. Очень. Как долетишь, позвони, пожалуйста. Пожалуйста, обязательно. И перед взлетом набери, ладно? Зачем? Ну как зачем? Чтобы мы не волновали. Разрешите? Да. Это я волноваться буду, что оставляю вас здесь. А вот ты не волнуйся. Мы справимся. Ты лети и ни о чем не думай. Хорошо. Как скажешь, мам. Пока. Пока. Целую. Присяду к тебе. Ой. Че, тоже не спится? И я за это не выдрыхлась, теперь уснуть не могу. Голова болит. Да, это от духоты. И от нервов. Тебе легко говорить. А ты в бутылку-то не лезь. Я, глядя на тебя, сразу поняла, что ты за птица. Я сама из таких, как ты. Ой, брюлики, шмотки, рестораны и богатый мужик под боком. Ты? Ну, извини, ну как? А что, не похоже? Действительно, не похоже. Я вот сама уже с трудом верю. Подожди, ну, как ты до этого дошла? Что могло случиться? Обычная история. Замуж удачно выскочить, ума хватило. А вот удержать свое счастье нет.
Ты знаешь, вот что самое поганое во всей этой ситуации, это то, что ты несешься в пропасть, и ты не осознаешь, что ты летишь на самое дно. А когда ты уже на самом этом дне, вот тогда-то твои глаза и открываются. Что самое обидное, это то, что ничего уже поделать нельзя. Что ж, Валерия Павловна, мне все понятно. К следующей нашей встрече я приготовлю проект и захвачу с собой образцы ткани обоев, хорошо? Замечательно. И, пожалуйста, проект подготовьте как можно быстрее. Ребенку необходимо срочно переехать из родительской спальни в детскую. Да-да, конечно. Все, до свидания. Здрасте. До свидания. Я так понимаю, вопрос ремонта уже решен? Дорогая моя, мы вчера с Олегом все обсудили. Ну вот только где будет спать Лерочка? Буду решать я как мать. Маш, ну давай не будем ссориться. Я дам вам почитать одну книжку, вы прочтете, все поймете, и тогда поговорим. А пока положите Лерочку спать на веранде. Хорошо. Что ж такое? Да что же это? Что происходит, Валерий? Я умоляю, хоть вы не кричите. Нельзя ее брать. Ну вы что, не видите, у нее истерика. Нельзя ей потакать. Чуть что, сразу на руки. Ну куда это годится? Да идите вы к черту со своим воспитанием. Я не позволю говорить с собой в подобном тоне. Вам не кажется, мне не кажется, я устала. И вообще, как только вы приехали, у меня голова идет кругом от этих нововведений. У меня раньше ребенок, тихо, моя хорошая, плакал утром и вечером, теперь она орет. Круглосуточно. И вы называете это воспитанием? Ну, знаете ли. Да знаю я. Я, может быть, не педагог со стажем, как вы, но я мать, как и вы. И прекрасно чувствую, что нужно делать. Ну, все, все. Тихо. Еще неизвестно, кто мать. Я бы хотела извиниться. Извините меня, пожалуйста. Я была не права. Наговорила лишнего, правда. Валерия Павловна. Ну что же вы в самом деле-то, ну? А что я? Ты прекрасно поняла, что я здесь не нужна. Я в гостиницу. А первым рейсом домой.
Ну, Валерия Павловна, ну я не права. Ну, пожалуйста, ну не уезжайте. Привет. Я так соскучилась. Я тоже. Как ты? Знаешь, я даже не выспался. Да? Одному совсем не то. Как Лерочка? Нормально. Ничего. Диатез прошел, завтра прививка. Супер. Я маме привез настоящий бельгийский шоколад. Она его очень любит. Где она? Ну вот, сейчас только не волнуйся. С мамой все в порядке? Да. Просто она собрала вещи и уехала. Куда? В гостиницу. Из-за чего? Да из-за всего, Олег. Угу. И из-за детской, и из-за книг, и из-за методов воспитания. Слушай, Маш, ну неужели нельзя было пойти на небольшой компромисс? Мама же так старается. Ты куда? Мамуль, слушай, подожди, пожалуйста, никуда не уезжай, хорошо? Проверять, все ли ваши вещи на месте. Да, все на месте. Ну что ж, Марина Владимировна, тогда подписывайте. И вот это. А это что еще? Это обязательство о явке и подписка о невыезде. Благодаря стараниям вашей мамы мы вас, конечно, выпускаем, но это не значит, что с вас сняты все подозрения. Это понятно? Да. Всего доброго. Не надо, мам. Почему? Я же только проводить. Не надо, правда. Спасибо тебе за все, но не надо. Почему, Марин? Я бы ужин приготовила, посидели бы, отметили бы твое это освобождение. А? Мне просто очень хочется побыть одной. Не обижайся, правда. Здрасте. У вас там пресса накопилась. А еще квитанции приносили. Ха, быстро выпустили. Понятно, почему. Сейчас снова мужиков начнут водить. Это точно. Угу. Игорь Андреевич, это Марина. Он меня тоже ограбил.
Вещи на месте вроде. Только деньги и драгоценности. Да. Спасибо. Маша, я привез маму обратно, и я хочу, нет, я настаиваю, чтобы ты сейчас спустилась вниз и извинилась перед ней. Все, достаточно. Значит, поездка была удачной? Ну, более или менее. По крайней мере, господин Стоун не собирается нас сбрасывать со счетов. Конечно, многое будет зависеть от юбилейного номера. Давайте я. Нет, нет, мне достаточно. Маш, не стоит так суетиться. Вы же не прислуга, а я не совсем гостья. Надо будет, я сама возьму. Да, простите. Кстати, вам понравился ужин? Замечательно. Вареная рыба, рис, салат. Полезно и вкусно. Я все сделала так, как вы сказали. Вот видишь, как хорошо прислушиваться к советам опытных. Да что ж такое, а? Открывай сейчас же, или я милицию вызову! Открывай, зараза! Тихо, тихо, тихо. Что тут происходит? Да соседка моя! Ванна, небось, уснула, дверяй! У меня с потолка течет, по стене течет, вот! Всю прихожую, весь коридор, все залило. Я, между прочим, недавно ремонт сделала. Не открывай, зараза. Постойте, и давно у вас этот поток? Да с полчаса уже. Так, понятно. Куда это вы звоните? Да подождите. Так, Смирнов, быстро вызывай квартиру Архиповой, МЧС и скорую. Да, тут проблемы. Давай. Сначала я.
А на что? Ребята, МЧС. Спасибо, свободно. Хорошо. Она жива. Маша, мне кажется, или ты на меня за что-то дуешься? Сам ты-то как думаешь? Я думаю, что ты должна мне все рассказать. Не уверена, что ты захочешь это услышать. Если это сделает тебя счастливой, хочу. Олег, мне кажется, что Валерия Павловна не хочет, чтобы мы с тобой жили вместе. Маш. Опять ты за свое. Ну, просто мне обидно. Мне обидно все эти придирки. Все, мне стоп, кажется, стоп, она в упор стоп, не хочет стоп, видеть стоп, во мне мать Лерочки. Стоп, 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 стоп. Во-первых, больше никогда в жизни не говори таких глупостей. А во-вторых, вы три моих самых любимых женщины на свете. Ты, мама и Лерочка. Пожалуйста, постарайтесь ладить между собой. Да. Олег Анатольевич, здравствуйте. Капитан Усов вас беспокоит. У меня для вас плохие новости. Что случилось? Дело касается вашей бывшей жены, Архиповой Марины Владимировны. Она попала в больницу. Попытка суицида. Вам нужно приехать. Хорошо, понял. Я жду вас в больнице. Что случилось? Понимаешь, в типографии там что-то напутали со статьей, мне нужно поехать разобраться. Ты же не будешь без меня скучать, а? Олег Анатольевич, это я вам звоню. Здравствуйте. Капитан Усов. Так что все-таки произошло? Марина наглоталась таблеток. Ну почему? Вот, почитайте. Олег, я ухожу, я осознала, какой я никчемный, жалкий, никому не нужный человек. Прости за это и за все, что было не так. Прощай. И что теперь будет? А что теперь? Поскольку Марина Владимировна дала показания, что сама пыталась покончить с собой, оснований для возбуждения уголовного дела нет. Это ксерокопия, можете оставить себе. Добрый вечер. Можно? Я по поводу Марины Архиповой. По поводу Архиповой говорите? Ну что ж. Она выпила довольно легкое снотворное, поэтому сравнительно дешево отделалась. А, ну, значит, ее жизни ничего не угрожает, я правильно понимаю? Я бы так не сказал. Что вы имеете в виду? Видите ли, дело в том, что самоубийцы, ну, когда их спасают, как правило, жить не хотят и всячески противятся этому. Простите, я правильно понимаю, она может повторить попытку? Увы. Так. Послушайте, я. Я хочу, чтобы ее перевели в отдельную палату, чтобы за ней был лучший уход и чтобы ее показали лучшему психиатру. Я могу на вас рассчитывать? Вы что, даже не хотите с ней поговорить? Судя по письму,
Только вы можете заставить ее бороться за себя. Вы что, просто так вот возьмете и уйдете? Хорошо. Я провожу вас. Ну как, что врачи говорят, идешь на поправку? Да ничего, все хорошо будет, еще пару деньков. Держи руку спокойно. Оставьте меня в покое. Хватит дергаться, тебе говорят. Что мне нужно? Пожалуйста, дайте умереть спокойно. Хотел бы умереть, прыгал с 10-го этажа, а так возись только с вами. Разрешите, пожалуйста. Олег. Ну, так-то лучше. Сейчас уснешь, отдохнешь, а завтра все будет по-другому. Нет, я не хочу засыпать. Я не хочу засыпать в начале кучи. Послушай, я завтра обязательно заеду. А сейчас главное, отдыхай. Ты обещаешь? Обещаю. Привет. Случилось что-то серьезное? Нет. Но я же чувствую. Ну, работа это всегда серьезно. Но я думаю, что тебе волноваться не стоит. Иди ко мне.